Стоп. Что здесь происходит на самом деле, собственно говоря? Значит, вот там вот подъезжает Хасан. Хасан хоть нас отвезет куда? В открытое море. На чем? На вот этой вот лодке. Это называется здесь торнадо. Всем советуем, те, кто приедет в Аку, сделать эту аттракцию. Все это невероятное. Значит, лодка. Мы все, посмотрите, все, так сказать, без галстуков абсолютно. Почему? Потому что если в галстуке, то все галстуки будут мокрые, когда мы вернемся. Да, поэтому это такая хаваярутва называется в Израиле. Мокрое впечатление, так сказать, мокрое ощущение. То есть он едет с огромной скоростью, резко останавливает, забрызгивает всю лодку, разгоняется, в общем, очень хорошо. Поэтому никакие средства съемки мы не возьмем на борт, чтобы они, так сказать, думали. Поэтому рассказываем все здесь, на берегу, посов. Как бы, почему вот эти все мальчишки с нами едут? Значит, была такая идея, я не знаю, кому она пришла в голову, чтобы сделать ешиват беназваим. Что такое ешиват беназваим? Все здесь вроде бы отдыхают, да, на отдыхе, а надо же учиться, правильно? Не все учат дафа-йоми, правильно? А поэтому решили так, что все мальчики, которые будут учиться, получают в конце приз. Какой приз? Вот поехать на вот этом торнадо. И поэтому, так сказать, все, кто поучились, там все вокруг... Все бегали, прыгали, мальчики каждый день садились после марева, вечерней молитвы, полтора часа слушали урок, в том числе я заслужил, так сказать, им урок, там другие аврехим, которые приехали на этот отдых, Толдот Ишвун в Аку. И так получилось, вот все, кто выиграли в эту лотерею, сегодня Раб Авраам делает такую вот такую аттракцию, мы все выезжаем на торнадо. В общем, спасибо Раб Аврааму. Да, скажите спасибо в кадр. Спасибо. О, мальчики, снять, секунду. А мы всем советуем еще раз приехать в Аку и сделать эту аттракцию, не пожалеть. Теперь еще одна мысль. Для того, чтобы учиться, почему, так сказать, можно использовать призы? Есть Рамбам такой, который говорит, что когда мы берем наш Ецерара, да, то мы его заставляем. В принципе, он не хочет учиться, но если создать ему какие-то условия, например, Рамбам говорит так, что человек не хочет дать гет, да, не хочет дать гет своей жене. А на самом деле, если у него мицва ему дать этот гет, да, в некоторых ситуациях, так его палочками бьют, он гет дает. А как же так? Он гет же должен быть дан по желанию этого человека. Так вот, на самом деле он хочет выполнить то, что мицва от него хочет, то, что Всевышний от него хочет. Только что-то на него давит. А раз на него давит, так сказать, можно что сделать? Так сказать, ецерара, злое начало убрать. И тогда остается только доброе начало. Можно сделать по-другому, можно дать приз, и все будут учиться. Ецерара убрать. И будет потом только доброе начало. Все получились. И получили приз. Все, Хасан, туда. Это наш рулевой. Спасибо большое. До свидания. Oh, man.